Всем привет! Пришла очередная посылочка из Америки через компанию Mist. Посылочка такая, нигде на таможне ее не вскрывали. Сейчас мы ее вскроем. Давайте расскажу сразу, что я заказывал. Должно прийти один детский костюмчик, потом 6 воблеров для рыбалки и комплект, 2 комплекта антимоскитных термоцел. Это друзья заказали, не знаю, насколько оно эффективно, но пацаны говорят, что очень эффективно на рыбалке, на охоте, комаров отпугивает, убивает в радиусе 20 метров на 100%. Не знаю, надо будет у них взять попробовать. Ну, говорят, очень эффективно. Приступим. Удивительно, я здесь не разрезал. Так, вот все, что мы имеем. Так. Посмотрим. Так, вот эти вот детки. Воблерки фирмы Манс или Мэнс, не знаю, как оно правильно читается. Шесть воблерков стоимостью обошлись $63. Получается чуть больше $10 за штучку. 1/4 унции вес. Размер 10 плюс. Вот таких 6 воблерочков. Хорошо упаковали их. Одно есть. Отложим. Дальше. Это чехлы для вот этих антимоскитных установочек термоцел. 2 чехла. Это сами две эти установочки. Так. Это сменные картриджи. 6 штучек должно быть. 5, 6. Тут идет бутановый баллон и 4 бутановых баллона и 12 таких пластиночек. Рассчитаны на один баллон на 12 часов действия. Получается, в принципе, дорого. Если пользоваться не так часто, ведь комары только вечером и с утра, то в принципе должно хватать на одну рыбалку или на одну охоту должно хватить одного комплектика. Так. Так, подождите. Сколько же я их заказывал? Сейчас посмотрим. Ага. Это 6 таких я заказывал. И 2 таких, они немножко разные. Так. Здесь у нас, по идее, должны быть вот эти баллоны.
посмотрим. Да, пацаны, наверное, решили экологическую катастрофу. Всех комаров убьют. Да, нашим птичкам не будет что, и жабам не будет что кушать. Это, по идее, такие же. Просто у двух разных продавцов покупал. У одного не хватило, поэтому пришлось второго продавца заказывать. Да, еще два такие же баллончика. Так, а здесь очередная покупка, это уже моя. Это костюмчик детский для моего сыночка. Это штанишки для моего будущего охотника. Так. Курточка. И вот такой регланчик. Вот. Ну, в принципе, за $30 такой костюмчик у нас в Киеве не купишь. Я уже последнее время шмотки покупаю только из-за границы. И вообще у меня скоро придется вести в котежанку, лечить от онлайн-зависимости, от онлайн-покупок. Вот. Это, конечно, шутка. Все, вот такая вот покупка у меня на этот раз. Давайте еще раз проверим костюмчик. Дальше проверяем. 6 воблерков есть. 2 комплекта. Ага, вот был. Это все комплект один. Шло. Установочки $100 обошелся. Потом 6 сменных картриджей. Так. И 2 по 2 баллончика бутановых. Все, есть наличие. Ничего не потеряли, ничего не стырили. Все, всем спасибо. До свидания, до скорых встреч.